Привет, 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 всем привет, всем привет. Как у вас дела? Ой, супер. Я бы не отказалась от массажа. Привет, Ижевск. Ну, я поздравляю, что у твоего батя такой голос, слушай. Мерзкий, наверное. Так. Я не дождешься за... Ну нет, он мне цветы подарил сегодня. Я его ждала 50 минут, и он мне подарил цветы. Он сказал, что он... Он поэтому и опоздал, в общем-то. Так. Что за тренировка? Да чего вы придумываете? Слушайте, все по поводу голоса. Все, кто будет писать по поводу голоса, будет в черный список сразу же. Надоели. Я уже сняла ролик на YouTube-канале Нацкая Наварская. Все мало вам. Так, дядя Сережа. Да, дядя Сережа еще не пришел. А вот и он. Привет, Анапа. Чё? Что это? Там перископ, что ли? Нет, это Олеся Пачка. Привет. Сколько стоит у меня тренировки? Я не тренирован. Чё это такое? Давай снизу. Это же перископ. Это перископ, Сереженька, да. Да, жалуюсь, что ты сегодня опоздал на 50 минут. Ну, купил мне цветов зато красивых. А по дверям стояла, ждала. Что-то про продукт фармакома какой-то спрашивает тебя. Да. Новое видео, ну вот я только на днях выложила видео, если вы... А Сереж, у тебя когда видео новое? Никогда, походу, не будет у меня видео. Никогда. Серега, давно на курсе? Серега не на курсе уже как полгода. Так, расскажите про питание на заказ. Да с удовольствием. Вот сейчас вот опустошила коробочку. О, Сережа. Вот, в общем-то, сейчас питаюсь только так и питаюсь. Это не ног, у меня там аркалку застрял за вах. А, чё? Так, что у тебя? Так. Чего там? Они тебя спамят. Чего они меня спамят? Почему они меня спамят? Читать тут про Grow Food, что скажете? Серёж. Я скажу, что я отлично, я худею с гроуфудом, если честно. Вот стоп, вот я вам серьезно говорю, я не вру нисколько. Я сейчас отключила вообще любое питание, кроме гроуфуд. Я оставила гроуфуд. Завтракаю, обедаю, ужинаю. И чуть-чуть генетик лап протеинчик на ночь, чтобы не хотелось есть. А что за тип на массе? Наверное, вы ошибаетесь, потому что этот тип на массе вас двинет по кубикам на животе. Кубики. Так. На самом деле, 2500, это 2500 калорий на меню, этом самом, блядь, как это, пауэре. А у меня 1200. Я вам скажу, что я ем 2000 калорий, оказывается, за раз. Я тут посчитала. Вот. Так что так. Привет от ежика. Привет, ежик. Банку покажи. А банки-то уже нет. Нет уже банки, это все. Почему у тебя такой низкий? А потому что ты идешь в черный список. Все, кто будет спрашивать по поводу голоса, если вы не подписаны на мой канал, значит, вы не знаете, почему у меня такой голос. А если вы не подписаны на канал, значит, все, вы в бане. Так. Ну что могу сказать? Ты на кролика похожа. Похож на кролика? Где ненаглядный мой? Мой ненаглядный справа сидит. Так. Так, 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 так. Подписывайтесь, Адская, Наварская. Короче, ребят, ну что могу сказать, что близится день X, когда мы с Сереженькой покажем свои кубики. Так. Ты побежишь, Серега будет есть таракан. Да, я думаю, что я побежду, потому что победю. Я буду побеждать.
А, потому что Сережа сегодня уже поел в Макдональдсе какой-то ролл, да? А я в этот момент 40 минут бегала на степе. Да, из-за вопроса по голосу в бан, потому что не подписаны на меня с этим самым Наску. Так, Сереженька, чего расскажешь? Смотрите, он у меня миллионер. Он у меня миллионер. В общем-то, да. Лучше давайте я показываю себя. Это не синтуки, это Нарзан. Спонсор сегодняшнего выпуска Нарзан. Пресс в студию. Оп, пресс. Ну-ка, где пресс? Черт, плохой свет. Плохой свет, Сереж. Надо вот так показать, чтобы трусами не светить особо. Покажи. Показать твой пресс? Да. Вот он. Ну, жирновато, да? Где пресс? Да. Нету пресса. Да, пресс. Да, пресс пока еще нет, но... Блин, да как нет, когда есть? Подождите. Вот пресс. Свет говно. Свет говно, я еще поела. Так. Да нет, на самом деле, Сереж, ну скажи, что у меня сегодня было 4 кубика. У тебя было 4 кубика. Хотите, я покажу пресс вам? Давай, покажи свой пресс, Сереж. Вот пресс. А это пресс. Вот это пресс. А это А у все. меня животом что-то? Тебя животом что-то. Так. Да нет, на самом деле пресс, блин, я просто не хочу в трусах светиться особо. Сейчас я их сниму. Сереж, показать как-то пресс. Как же показать твой пресс? Тебе надо встать так, чтобы у тебя руки чуть-чуть, ты вот так чуть-чуть задирайся, вот так, да. Потому что ты создаешь тень, и нет контрастного света. Вот так. Да нет, все равно нет. Все равно нет. Да нет, на самом деле сейчас было 4 кубика, я просто поел. Да. Она просто поела. Что там они пишут? Откуда у нас, блядь, мозги идут? Нарисуй фломастерами. Пресс спит. Крутой пресс пишет. Видно просто свет дурацкий. Да правда свет дебильный. Все дурацкие. Сутки. Никак, 3 килограмма в сутки не надо сливать. Не надо, это очень опасно. Это очень опасно для организма. Но если что, фуросемид. Что, Сереж, ну что, развесили моих подписчиков? Так, у Даши парик красивый. Это шутка, но не успела заблокировать эту тварь. Серега, покажи произвол. Покажи произволку, Серега. Опа, давай. Вот это банки тебе, боже, Сережа. Вот это банки. Грудь классная пишет у тебя. Серега, ничего себе, вот это трицепс у тебя, боже мой. Так, сколько сантиметров банка у Сереги? 48. О, какая 48, ты что? Тут пишет его мартышки с тобой. 48 Серега, когда в Уфу? Уфу 27-28. Ну и у Сереги. Мне еще билет не скидывают. Волосы красишь, дашь. Ну, естественно, мне сколько лет-то, я уже седая была. 46 пишет это. В длину. Что в длину? Произволка 6-0. Что-то пишут, непонятно. 40. Хотите, покажу, какие кексики прикольные делают Грофуд? Покажу. Кексики? Кексики, я буду есть кексики. Зайчик, не будешь кофе случайно? Не будешь кофе? Не будешь пить кофе? Я буду пить кофе. Не, мне кажется, заодно. Ага.
Моя кисуля! Моя кисуля! Кто там кого приглашает? Что деньги делают? Реклама! Реклама закончилась. А не пью ничего, ничего не пью. А? Не пью? Че, кофе пил? Так пахнет чем-то. Сереж, пожалуйста, умоляю. Кофейка тебе налить, Дашенька, да? Угу. Вкусного, с молочком. Да. Смотрите, вот эти кексы они сейчас делают, грохут. Гошан в Питер едет. Я знаю, конечно, слушайте, мы уже с ним Сережа с ним переписался. Приезжайте, вы же. Где такой Иш? Я с ним живу, представляете, я с ним живу. Нет, 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 нет. Дашенька, это же платье тебе. Не, никакого платья. Надо вырезать руки и голову. Так, прикольный пишет. Чего? Ты прикольный, Сереж. Смотрите, какие кексы. Сереж, это рекламирует Гранфуд. Смотрите, какие кексы. Они очень вкусные. Реально, ребят. Смотрите, во-первых, калорийность этого продукта составляет всего... 600 тысяч калорий. Не-а. Так, запеканка творожная. Так, напомню, торт, творожный крем. Они написали морковный торт и положили мне какие-то кексы. Это морковный пай творожный. Знаете, сколько углеводов? Всего 17 углеводов. При этом белков 31, 287 калорий. Ой, ой. Очень вкусно, смотрите. Очень вкусно. Очень вкусно. Овсяночка тут. Так. Этот жук продался опять. Опять продался, но потом расскажет в своем перископе. Без сахара, конечно, да. Сахар замом. Я не продался, я начал сотрудничать. Ты продался, Миронов. Ты продался. Я начал сотрудничать. Ты продался. Спортивным питанием. У вас есть? Я не писал. Постер какой-то. Гиалуронка. Гиалуронка где? У меня вот здесь вот гиалуронка. Ой, какой свет хороший, Сереж. Понимаете, какой он жирный на самом деле? Жирдяй. Так, ну-ка, брось. Нет! У меня пресс! У меня пресс! У меня пресс! У меня нет! Как ты стал так? Сереж. Но. Да нет. Да, на самом деле, Сереж, я побежду. Победил. Я буду побеждать. Короче, красуется тут. Даша будет кушать таракана. Нет. Нет! Даша не будет есть таракана. Грудь, точно, она самая. Закрывает свет, да. Приезжайте на КВМ, целевую поступать, динский огонь. Ребят, ну что вы тут рассказываете про Серегу и про генетику? Я, наверное, в курсе. Пресс. У тебя пресс гиалуронка, ясно? Покажи, какие штаны мне... Штанишки тут подарили ему, смотрите. Смотрите, какие они. Какие штанишки. О, там даже ничего так. Слушай, а тут смотрите хорошо, да? Ну, на самом деле, вот тут очень много. На самом деле, вот, знаете, на какую жопу? Сейчас он покажет, на какую. Ну, вот такую жопу. Нет, ты что-то тогда, помнишь, достал, положи туда что-нибудь, сейчас он покажет. Пресс Синтол, у Сереги осиная талия, Даша, купи у него методику. Вся Уфа его ждет. Билеты все разошлись. Ну, отлично. Серега в классике не планирует? Да, нет, не планирует. Так, что происходит? Сейчас ему покажут штанишки. Штанишки, которые мы ему подарили. На какую они жопу. А я вам расскажу, что кексы очень вкусные. К Синтолу в жопе? Ну, не знаю, я не делала. Какой срачевник у тебя? Это новые импланты. Саня Шпак подарил. Хочешь потанцует? Тверк. Тверк, что это? Или как они? Тверк, блядь. Как это называется? Сереж, тверк это когда себе это... Че? Того. А когда вот этот танцует? Ну-ка, покажи, покажи меня всем. Давай. Давай. Чтобы я показал всем. Класс.
Да нет, Серёж. О, штанин. Видали, какая у меня нагнут бицепс бедра? Как вам? Вот это да. Вот это сразу надо. Это нормально. Физиков говорят, у физиков нет ног. Вот они. Вот они какие ножища. Видали такие? Так, у меня люди отписываться начинают, Серёж. Ну, как-то так. Как всегда, весело. Котик, налей, пожалуйста, мне кофе. Ой, я его. Mm-hmm. Надо где-нибудь подушечку. В жопу пойдет, а с какой компанией Серега стал сотрудничать? Не в этом перископе, понятно? Он вам все сам расскажет. Привет. Это секретная компания. Нет, Олимпиаду не смотрим, нет времени, к сожалению. Очень мало смотрим телевизор. Короче, вот эти кексы Грофуд. Замечательная вещь. Но единственное, что, конечно, лучше есть это перед тренировкой. Новгород, привет, Нижний. Почему вы хотите завести домашних животных? Он мне не разрешает. Я ему говорю, купи мне лысого котика. Никаких котов! Как тебя зовут? Меня зовут Дарья. Дарья Юрьевна. А меня зовут мистер Серьезность. Угу. А второе имя какое у тебя? Второе имя у меня... Не, подожди. Мистер... Сарказм. Сарказм? А третье? Третье. Так не моя. Третье имя у меня... Мистер Пресс, может быть? Мистер самый сухейший пресс и идеальнейшая фигура в мире. Это я. Ты лопишь мистер Долбанов. Заблокировать пидора, черт его. Нет. Ладно.